Так, включаем пульт. Так, ну включился батарея слабенько, ну хватит. Так. Включаем батарею к аппарату. Подключаем. Так. Так, приемник. Включился. Все. Настройка переключения экранов в меню USD. Так, подключаем полетный контроллер шнуром USB, либо беспроводный, у кого как. У меня через Bluetooth. Вот, включаем, соединение происходит. Есть контакт. Входим в вкладочку конфиг, конфигурация. Здесь выбираем вкладочку Onboard OSD. На этой заставочке это общие параметры и настройки трех экранов. Кому надо два, то есть как бы заложено вообще два экрана. Чтобы добавить третий или четвертый экран, допустим, входим вот сюда. Вот здесь ставим галочку. OSD enabled, ставим галочку и reboot, Ctrl F и перегружаем reboot пиксов. Но я не буду делать, мне 4 надо, нет, надо 3. Так, в общие параметры входим, setting, настройки, смотрим. Значит, чтобы вообще OSD работало, здесь вот есть ниже, самая нижняя строка, OSD type, должна стоять единица. Так, для переключения назначаем на пульте, в моем случае это трехпозиционный тумблер, он у меня на 10 канале, вот я здесь выбираю OSD channel, 10 канал, все, вот здесь ставим, вот он. Вот он. Единицы измерения, чтобы отображались OSD units, выбираем метрические. Так, потом здесь вот этот параметр OSD font. Это вид текста на экране, ну, на трех экранах. То есть можно выбрать любой. То есть там цифровое, там прозрачность будет разная, то есть разный вид его, ну, кому какой нравится. То есть на этих, на самой вкладке здесь вот в ардупилоте будет отображаться один и тот же, а уже на передаче видео там будет изменен. Вот. То есть здесь изменения вы не увидите, только увидите на передаче видео самой. Так, метод переключения. Вот он, метод переключения. Вот он есть. Тут их вот 0, 1 и 2. 0. Если мы поставим здесь 0, значит метод будет переключение какой. Допустим, мы для переключения назначаем 10 канал, но назначаем не трехпозиционный тумблер, а однопозиционный, который подпружиненный. То есть при однократном нажатии у нас будет переключаться следующий экран. Еще раз нажали — следующий экран. Еще раз нажали — следующий у вас. Если у вас два, будет по очереди переключаться первый, второй. Если у вас три, будет первый, второй, третий. Если четыре, первый, второй, третий, четвертый. То есть как вы хотите. Если единицу поставим, это в моем случае трехпозиционный тумблер. То есть это будет переключаться по уровню шим-сигнала. То есть три уровня шим-сигнала устанавливаем, и они будут по трем переключаться. И если второй поставим, здесь есть второй, low to high, то есть, допустим, переводим двухпозиционный тумблер в высокое положение, то есть вверх значение, значит, каналы будут переключаться автоматически через одну секунду. То есть до тех пор, пока, то есть тумблер подняли вверх, первый через секунду, второй через секунду, третий через секунду, четвертый. Тумблер опустили, он остался на том канале, который у вас зафиксировался. То есть, ну, в моем положении, в моем случае я выбираю один PWM. PWM переключение. Вот эти параметры. OSDW Bat Volt 10. Допустим, 10% у вас батарея напряжения остается. Вот этот параметр, если его назначите на какой-то из экранов, будет моргать. Следующий RCI, то же самое, если RCI будет меньше 30%, у вас этот параметр будет моргать, соответственно, если его назначить на какой-то из экранов.
OSD, VN, SAT. Это количество спутников. Это количество, меньше которых, то же самое параметр будет у вас на экране мигать. Так, еще необходимо обязательно здесь зайти в параметр Full Parameter 3, найти вкладочку Airspeed, ARSPD Type. ARSPD Type. Смотрим, где у нас ARSPD Type. ARSPD Type. Обычно здесь стоит единичка. Если нет датчика полета, ну, датчика скорости, воздушного датчика скорости, то здесь необходимо поставить 0. Это обязательно. Вот этот параметр надо поставить 0. Переходим. Так, write параметр. Окей. Так, переходим опять в конфигурацию. USD. Окей. USD. On board. Начинаем настраивать скрины. Screen 1. Ну, здесь все просто, здесь выделяем, можно его перемещать куда хочешь. Вот у меня так он стоит. Так. Screen 2. Разница. Screen 3. У меня их 3 будет. Этот более-менее пустой. То есть, чтобы не закрывал информацию с экрана. Это вот отображает какие-то самые. А здесь полное отображение. Ну. Что здесь настраиваем? Галочка здесь должна стоять. OSD фонд. То есть на этом экране OSD фонд мы можем настроить здесь в зависимости от 0 до 4 прозрачность шрифта. Здесь мы эти изменения на самом экране видим. Мы видим только на отображении на приемнике на видеосигнале. Скрин первый. Здесь для переключения трех режимов необходимо настроить вот эти значения. OSD 1 Channel Max, OSD 1 Channel Minimum 900. Допустим, входим в Radio Calibrate и смотрим. У нас 10 канал, вот он. Мы переключаем его там 999, 1500, 2000. То есть средний 1500, 2000 край, верхний 900, край нижний. Так, конфиг опять идем. Идем. Скрин 1. Скрин 1. Первое включение будет от 900 до 1100. Выставляем. Второй ставим 1200-1700, ну 1500 где-то в середине. И третий ставим 1800-2100. Все. Все это мы изменили. Чтобы изменить вот эти все значения, вот здесь надо ставить галочки. Ну это просто. То есть вот эти положения, вот галку ставишь, допустим. Я, ну, вот RCI, вот она. RCI. Раз, нет ее, раз, есть. Все, просто. Дальше все это сделали. Нажимаем Write Customization. Все. И нас предлагает сохранить. У меня тут изменений не было никаких, поэтому у меня он там написал какую-то ерунду. Все, у меня 4, 3 экрана. Ну что, надо включать передатчик и смотреть. Ну вот так у меня получилось. Настроечки вот такие. То есть это вот узкая камера, узкодалекая. Это вот у меня общий полетник. Узкая. Это вот ночная, в сумерках хорошо видит. Раз, два, три. Все.